Юси тогда посмотрел первую тренировку. После первой тренировки он ко мне, мы после тренировки, я говорю: слушай, Юси, ну как тебе? Типа, ну в порядке же, Юси. Он просто говорит, он не будет играть в хоккей. Я, знаешь, просто такой, как ты за одну тренировку понял, что он не будет играть в хоккей? Не, он не будет играть в хоккей, он мне показывает. У него проблемы с головой просто. А для меня, на меня, если честно, это тогда, блин, такое впечатление произвело, как ты приехал просто вот за один день, ты можешь понять это все. Ну, я просто забегу вперед, что этот парень не смог даже по ЮХЛ играть. То есть он просто с этой техникой, на которой в КХЛ люди так не двигаются, он не смог играть даже на уровне юниорской хоккейной лиги.